Вместе за чистое Подмосковье настроение весеннего субботника подхватили жители сел и деревень городского округа Щелково. Наводили чистоту вокруг общественных центров и вдоль дорог. Исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Сергей Горелов вместе с заместителями и представителями Мосавтодора побывал в деревне Богослово. Антимусорный десант из числа муниципальных служб убирал обочины дороги Соборова-Богослова. Солнышко для нас. Потрудиться всегда приятно. Почему нет? Для себя же в первую очередь трудимся. От Соборова до Богослова. Убирать будем территорию с одной стороны и с другой по дороге. Много мусора? Ну, видите, прилично. В Литвинове, Нишневе и Трубино бригады работали на территории Дома культуры. Собирали прошлогоднюю листву, помогали весне топить снег, а заодно местной дорожной службе. Всегда помогаем Сергею Александровичу. Мы с ним общее понимание находим. Мы вот как раз об этом говорили, что у него сил своих не хватает. Не хватает, да. Поэтому мы вот так хронически уже выполняем. От Назимих идем и до Литвинова их задать сегодня дойти. Это две группы. Со дня на день в новое помещение переедет фельдшерско-акушерский пункт в Литвинове. Он будет располагаться в одном здании с МФЦ, почтой и офисами управляющих компаний. Пустующие площади реконструированы под медкабинеты. Заодно приводится в порядок фасад. На входе строят капитальный пандус для маломобильных посетителей. Подъездные пути к ФАПу также соответствуют требованиям доступной среды. Вышли на субботники жители Загорянского. На личном примере спортсмены спортклуба Загорянского решили показать, как необходимо проводить субботник вот на этом прекрасном стадионе. Здесь есть и лопаты, и метла, и контейнер для вывоза мусора. Сегодня, значит, у нас убирают соцобъекты. Это вот спортивный клуб «Спартак», Сергея Лазо, дом 7, там культурно-досуговый центр наш небольшой. Дополнительно сейчас я лично убирал с коллективом с нашей земельщики из администрации. Промышленность были и архитектура. Мы с ними сейчас убирали улицу Калинин от Преституционной площади в сторону Щелково. Мусор выкидывают, приходится убираться в контейнер. Вот. Ну и плюс трава, как видите, территорию чуть-чуть убрали. В Загорянском со стихийными свалками решили бороться, устанавливая в оживленных местах перехватывающие контейнеры. Жителям администрация предлагает вместо рвущихся пакетов на заборах один раз купить передвижные контейнеры для бытового мусора. Очень много сотрудников администрации, сотрудников муниципальных учреждений, предприятий, всех форм собственности вышло сегодня на очередной субботник. Очень большую работу проводят предприятия «Мосавтодор», потому что у них очень большие задачи. Очень большой объем тех работ, которые необходимо выполнить после зимнего периода. Словом, субботник еще продолжается. У нас 20 апреля будет общеобластной субботник, на который, уверен, выйдут еще и дополнительно все жители. Школа в Медвежьеозерском будет. После субботника Сергей Горелов встретился с инициативной группой родителей и рассказал о дальнейших этапах строительства. По обоюдному согласию сторон достраивать школу будет другая организация. Ей поставлена задача построить школу к предстоящему учебному году. Сейчас ее готовность 75%. Выполнены основные строительные работы. Наполовину смонтирована вентиляция, электрика, отопление. Составлен план-график финансирования. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – третий квартал. Но, естественно, меня такие даты не устраивают. Третий квартал он слишком большой. И в том числе захватывает и весь сентябрь месяц. Поэтому еще раз говорю, что администрация будет делать все для того, чтобы 1 числа дети пошли уже в обновленную школу. Благоустройство вокруг школы начнется в мае. Запись ребят с 1 по 11 класса на предстоящий учебный год начнется 1 июля. Жители без прописки зачислят позднее при наличии свободных мест. Школа не единственный объект сдачи, которого ждут медвежьеозерцы до конца года в новом городке. Благодаря программе губернатора по восстановлению инфраструктуры бывших военных городков реконструируют здание медсанчасти под поликлинику. Началась закупка оборудования. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».